Празднование Дня защитников Отечества началось в Магадане на площади у монумента «Узел памяти» с возложения цветов. Участниками события стали представители областной и городской думы, ветераны Великой Отечественной войны, участники локальных конфликтов, курсанты клуба «Подвиг», военнослужащие, студенты вузов, а также мэр города Юрий Гришан и вице-губернатор Магаданской области Андрей Калядин. Минута молчания завершилась по традиции троекратным залпом из оружия. После чего в муниципальном центре культуры состоялся концерт, на котором торжественно вручили благодарственные письма и грамоты военнослужащим и гражданским за их особые достижения, а также эффективную работу на благо страны. Заместитель председателя областной думы Виктория Голубева поздравила присутствующих с праздником. От имени депутатов Магаданской областной думы поздравляю вас с Днем защитника Отечества. 23 февраля для нас – это праздник мужества, героизма многих поколений России. Священное служение отчизне, защита родной земли всегда были долгом и честью Руси. От всей души поздравляю вас с этим днем. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов и уверенности в завтрашнем дне. Творческие коллективы города присоединились к поздравлениям защитников.